технологии блокчейн могут доверить цифровую безопасность полиции. Алистер Дэвидсон, руководитель отдела технической архитектуры Министерства юстиции Великобритании, отметил, что блокчейн может стать помощником в работе полицейских, обеспечивая безопасность и сохранность цифровых данных. Оперативные видеоданные могут быть загружены сотрудниками полиции на облачное хранилище, а просмотр их будет осуществляться с помощью технологии блокчейн. Дэвидсон отмечает, что такой способ хранения данных станет особенно востребован для подтверждения подлинности записей в суде.